Эй, йоу, чё творим, бро? Меня зовут Сергеонис. Я всё ещё продолжаю свои поиски страшных эпизодов. Мне всё ещё никак не становится страшно. Я должен найти и уже бояться. Но почему-то всё идёт не по плану. И сегодня я буду смотреть самый страшный и самый настоящий потерянный эпизод. МИМ, удалённая сеть... Ах, да. Добро пожаловать в пятницу с Сергеонисом. Сейчас мы смотрим самую популярную серию, которая была, потому что её удалили, похоже. Самую популярную серию Маши и Медведя. Всем привет, с вами Джефф. Джефф, уже страшно. Джефф, убийца есть. Фух, у меня уже даже ногти спотели. Вы не видите, но они потеют. Мы на канале Ферекс. Когда я лазил по Даркнету, я наткнулся на интересный сайт. Даркнет! Опять белый интернет, да что ж с ним... А, голубой. Это голубой? Опять голубой интернет. Дарк, голубой, точно. Как я мог забыть? Сайт, в котором нашел серию из мультика «Маша и Медведь». Описание к мультику гласило, это должна была быть самая последняя серия, но она оказалась настолько жуткой и неуместной. Боже, а ведь реально Маша и Медведь из-за этой серии могла закончиться. Хорошо, что она не получилась. Теперь я каждый день буду смотреть новые серии Маши и Медведя. Ясно, что ее решили переделать, а потом и вовсе сериал решили продолжить. Я посмотрел эту серию. Вот именно, хорошо, что продолжили. Могу хоть на Машеньку посмотреть на... Серию пришел к удивлению, сейчас я расскажу вам про нее. О боже, он ее реально посмотрел. Но если он ее посмотрел, тогда все будет нормально. О боже, у него черные глаза с красными точками. Пендрули. Сначала было все как обычно. Медведь сидел, читал книгу. На улице уже была ночь. Пришла Маша. Как по стандарту сериала, она начала баловаться. О боже, она даже в крипипасте балуется. Не дитя, какое-то проклятие. Медведь пытался ее гомонить, но все без толку. Потом он посадил ее смотреть телевизор. По нему шел фильм ужасов. Но... Медведь, куда же ты смотрел? Вот и правильно, что она тебя наказала. Или ты ее наказал. Неважно, важно, что вы друг друга наказали. Нужно смотреть, что смотрят маленькие дети. Это не страшно. Явление Машу он не пугал. Ей он... Машу не пугал. Тиран растет маленький. Настолько понравился, что после его просмотра она начала играть в убийцу, который был показан в фильме. О боже. Это не может быть. А вдруг она сейчас убьет медведя? Рано начала играть в убийцу, который был показан в фильме. Но нужно было найти жертву, и им, как обычно, оказался медведь, который сидел рядом, читал книгу и ничего вокруг не замечал. Маша взяла нож, подошла к медведю и ударила ножом. Погодите, а где нож? Там не видно ножа. А вот, к примеру, некоторые люди фотошопили нож. Бедный медведь. Она так над ним издевается. Я должен помочь ему, я должен его забрать оттуда. Как я это сделаю? Медведя в ногу. Медведь от боли очень сильно закричал. От вида крови и крика медведя у Маши что-то перемкнуло в голове. Она стала громко. О боже, медведь кричал, бедный медведь. А у нее все еще глаза черные. Наверное, были сейчас самые страшные. Смеяться, после чего снова ударила его ножом. Медведь пытался встать, но не мог. Он упал и стал ползти к входной двери, но Маша была быстрее его. Медведь пытался убежать, но Маша била и резала его ножом. Погодите, что это? А где черные глаза? Почему здесь нету черных глаз? Почему он их убрал? Разве так можно? После чего она подошла к изрезанному и полумертвому медведю и спросила: Мишка, как тебе игра? Это было страшно! Я напуган! Хватит! Хватит! Концовка. Отъезжающий назад дом медведя с его ужасным криком. Конец. Что произошло дальше, неизвестно. На этом все. Мне известно. Она сделала из него закрутки. Хорошее мясо получилось. На этом все. С тобой был непобедимый Сергеонис, который ничего не боится, но сегодня он испугался. Смотри мое прошлое видео, где я ем помидоры в заброшке. Блин, оно смешное, а ты все еще его не видел. Ну, мама сказала, что оно смешное, а так-то я не знаю. И не забудь туда поставить лайки, сюда поставь лайк, особенно туда поставь лайки, особенно сюда. Давай, братан, я жду от тебя лайков. А также подпишись на мой канал, если ты здесь новенький. И переходи на мой второй канал, там, кстати, выходят видео каждый день. Каждый день, а ты все еще их не видел. Быстрее переходи и смотри, я жду тебя там. Пока.